Сейчас будем с вами делать распаковочку. Купила красоту вот такую. Во дворик. Ой, вот так вот, смотрите, как красиво через цветочки. О, so fancy. Just three? Just three. Huh. Now, look, there's five. Where? There's two together. Пять. Я что, помнишь, я пять заказывала. Так вот аккуратненько все уложим. Видите, как удобно, не нужно ящички покупать. Еще бы землю прислали прицепом и цветочки. И вообще уже с высаженными цветочками бы уже продавали. А теперь надо еще думать, какие цветы посадить. Такая фотографка металлическая. Vertical garden. Outland living to do. Были с коричневыми еще или с черными. Я выбрала зелененькие ящички. Две части или три, даже три. Вставил, видите? Одну в другую вставил. И что дальше? А, и это, наверное, надо вставлять. А потом прикрутить шурупиками, гаечками. Джей вот до меня столько не работал отверткой, молотком и прочим. Как это он сейчас делает. Жизнь со мной заставила экономить. Раньше он мог это все оплатить, и люди бы сделали. А сейчас он делает многие вещи сам. Стенд, как в магазине. Как в магазине стенд. Так вот, выставлю на улицу, буду продавать цветочки. Бижутерию свою могу продавать. Почему нет? Сумочки свои повешу себе, брендовые. От этих здоровенных деревьев столько грязюки. Но это какой-то кошмар. Каждый день надо подметать. Вот еще гераньку купила такую. Прямо вот в таком кашпо продавалась. И подставочку купила на колесиках, чтобы перемещать, если что, в другое место. Видите, как красивенько там свисает что-то потом. Вот это вот. Пазик здесь такой. Ой, а цветочками, с цветочками вообще будет супер. Типа ярче надо купить какие-нибудь. Пластиковые, наверное. Куплю пластиковых сюда. Понаставлю. Walgreens маски продаются. 50 штук $30. 20 штук $13. Спирт 70%, салфетки спиртовые. Какая красивая джакаранда. Поближе сниму веточку, гроздь. Ой, какой мейлбакс. Мальчик с клюшками.
гольф-клюшки. Прикольно. Какую-то улицу забрели с Джейчиком, прямо как деревенька какая-то. Так мне здесь нравится. Такая энергетика здесь хорошая. И негретика. Здесь хорошая и негретика. Он какой-то дом без окон. Здесь он? Look, no windows. Угу. Только дверь. No windows. Huh. What a strange house. А вот какой красивый домик. Ой, как же мне здесь нравится. Как у них тут классно. Ой, и вид тоже на горы. Смотрите, какой потрясающий. Ой, вон, потырили динозавров. Такой балкончик, розы, старые авто. А вот как все красивенько. Ой, как мне нравится здесь. Что за улица такая? Ой, а вот прямо как на Гавайях. Называется Эдек. Ой, все в цветах у людей. Боже мой. В пальмах, в цветах. Красота какая. А здесь ничего. Посадили цветочки, смотрите. Не знаю, что у нас получится. Я садовник еще тут. Джейчик под меня косит. Кое-что сюда посадили. Если бы еще помнить, что мы посадили. Это что-то такое, вот типа гвоздички. Вот это, может, надо было выкопать. Растет здесь уже месяц. И каланхоя купила, не удержалась. Посмотрите, как цветет. Обалдеть. И горшочек купила. Такой вот захотелось. Деревенский стиль какой-то. А эта пальмочка что-то не прижилась у меня. Вообще все пальмочки, которые посадила я здесь, не прижились. А вот которых сам ветер принес, которых принес ветер, те прижились. А вот это, посмотрите, что за красота. Какая-то целозия. Целозия. Надо почитать. Как она цветет все время? Или как искусственная, посмотрите. Как будто искусственные цветы какие-то. Боже, ну какая красота. Еще и желтое кашпо. Сюда посадила цветочки, потому что не прижилось у меня. Отросток не прижился, деревце. Топчанчик вот этот мне так нравится. Вот видите, отростки поставила. Думаю, может быть, хоть корни даст, пока никто ничего не дает. Отдельный вот листик все равно.
И вот этот вот тоже не прижился. Вот эти были очень высокие. Я их отрезала. И решила пересадить. А они не приживаются. Зато вот эти прут, смотрите, как ненормальные. Это вот сколько? 6 лет выращивала. Был в 2 раза выше на старом доме. Вот видите, я здесь оттикала. И здесь оттикала. Класс. Это у меня под кухонным окном. Джетик там готовит ужин. Ой, ужин, обед. Готовит вредный обед. Дай мне кучка. Вот это бейкон. Джей знает толк в бейконе. Бекон-то нашего. Мы покупаем в ресторане. Очень вкусный. Ну, американцы жарят, видите, вот такими вот слайсами. И до хрустящей корочки. Ой, посмотрите. Обалдеть. Я бы вот прям так съела. И картошечка будет у нас на обед. Смотрите, картошка, клубника, долька апельсина, виноград, киви. Ха! Это какой-то салатик еще здесь. Тут, казалось бы, да, так много... Ой, сейчас фен выключу. Так много бейкона. Сейчас ужарится и кушать нечего будет на один зубок. Девочки, вот кто-то спрашивал об этой сетке. Она везде. И в России они продаются вот эти. Накрывать. Смотрите, в хозяйственных магазинах. Я не помню, где я здесь покупала. А может, это и было у Джея. А может, я покупала. Они разного размера, есть на разные сковородки. У нас с Джейчиком такие кружечки. Мага называется. Видите, у меня такая мятная внутри сиреневая, а у Джейчика сиреневая внутри. Такой мятный цвет. Ментоловый. Не мятный, ментоловый. Мятный он более зеленый, ментоловый голубизну. Вот купила. Привет кое-кому из в Италию. Product of Italy. Клубничная газированная минеральная вода. Вот прям захотелось. Пишут итальянская. Но из Whole Food Маркет. Сейчас попробуем. Натушка, привет тебе в Италию и всем в Италию привет. Видите, веган и low sodium. В общем, ничего нет, видите, ничего нет. Все по нулям. Кальций 4%. Вообще газировку не пью. Я если пью минеральную воду без газа. Ну, иногда же хочется. На оливковое масло. Разогретая сковорода с оливковым маслом. Джей выложил картофель и примял лопаточкой. Чтобы типа как один блин был. Ой, девчонки, какой аромат. Боже, ой, 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 сколько жира. Выкладывает на салфеточку, чтобы ушел лишний жир. Зажаренный, но, видите, немножко вот как-то не дожаренный. Джейчик говорит, что это нормально. Говорит, я пережарил. Lot of bacon. Очень много бекона он пережарил, поэтому я стараюсь сюда не лезть, но видите, влезла все равно. Все равно мне надо сказать, вот здесь недожаренная. Вот так еще надрезал Джейчик, как пирог. Как пиццу, как не знаю что. Ой, а здесь шкварчит все. И сегодня ровно неделя, как я... Нет, неделя в пятницу была. Как я замалосолила огурчики. Вы видите, они до сих пор зелененького цвета, они хрустящие такие же. Потому что они стоят в холодильнике. Сразу я их ставлю в холодильник.
не меняют ни цвет и остаются хрустящими, а не водянистыми. Вот и здесь они, видите? Залезла с вами в холодильник, совершенно другой звук, приглушенный какой-то. И здесь они такие же вот зелененькие. Котлетчик доготавливает, пойду отнесу. На улице будем обедать. Отнесу овощи. И накрою своей девчонке, помните эту крышечку? И накрою вот этой крышечкой от мошек и мух. Немножко потрепалась. Ой, ну так ей лет-то, наверное, 4 года, может быть, 5. Какая горочка. Дай бог, чтобы все прижилось и цвело. Вот жира, смотрите, сколько. Потом Джей сольет в какую-нибудь емкость. Какую? Что-то у нас нет ничего. Чтобы выбросить, она застынет в той же чашечке, а потом выбросит в мусорку, чтобы не выливать в раковину. Джей сольет потом вот в эти баночки из-под еды Микки. Он у нас на диетическом питании после операции. Вот. Мы покупаем ему вот такую еду. Когда подостынет жир, Джей сюда сольет, он застынет и выкинет в мусорку. Чему сладкий? Чему сладкий? Ты что не кушал? Иди кушай тоже, Микки. Стоит твой завтрак. Ну, Классик, кушать надо. Кушать. Soft? I like it right in the middle. Джейчик сказал, ой, забыла камеру включить, что сам некоторые любят очень хрустящий бейкон. Некоторые любят такой вот, больше как сальса поджаренная такое. Короче, Джей любит середину. Вот. И не очень кранчи, и не очень, чтобы было как сырое мясо. Ну, все, сейчас будем обжираться. Вот картофель при моем питании нужно высчитывать. Лучше его вообще не есть. От картошки многие поправляются. Ну, я иногда себе позволяю. Джейчика прямо с сэндвичем. Один и другой лег. Пласт у меня один только. Я скромная. Bon appétit. Bon appétit. We'll see if it's any good. Класс. Чесночка бы еще. Пойду чесночка еще начищу.